Что с вашим мужем? С каким? Ну, с отцом вашей дочери. И вам она один был? А сколько было? Было много. Меняла их, как перчатки. Я ж така не була. Я була дуже гарна женщина, красива була. І ви така була. Мужчини за мною бігали всі слідом. Ой, ви такий красивий. Вас любити можна. Добрий вечір. Добрий. А ви куди? Ах ти, я тебе біла. Я тебе біла. Та мало я тебе біла. Ти п'яна прийшла. А ти рот закрой, такая. Между прочим, я почему так решился по одной причине, потому что она умеет хоть кушать готовить. А если у молодежь возьми то ресторан, то и колбасы, то балбасы, то воды еще. Их по ресторанам. Соглашайся. Соглашайся. Дурак, соглашайся. Купим топовую комплектацию. Проехали. Почему проехали? Тебе задают потому вопрос, придурок. Проехали. Проехали. Ти чого сюди приїхав? Скажи мені по правді, кажу, в тебе хтось є, чого ти у сестри ночуєш, а чого ти не ночуєш вдома? Він мені сказав, єсть. Ну, я йому не повірила, тому що... Чому? А тому що він мені це сказав з улипкою. Я думала, це він може пошути. От скільки мужчин ти пам'ятаєш? Переназвати? Ну, если ты можешь, да. Игорь, Славик, Вова, Максим, Женя, Саша, Глеб и Вася. А мама-то сама их помнит по именам? Наверное, помнят только трех. Игоря, потому что он не хотел из нашей хаты выходить, и на маму руки распускал. Саша, потому что он много чего жрал. А и Женю, и все. Помнишь, як я за тобою з дручком бігла? А може вона й не тільки лежала? Лежала в тебе, да. І лежала. Ой, Кончіта ти, Світлана Вікторовна, Кончіта. Да, я Кончіта, я завжди в тебе Кончіта. А кажи, з ким ще я секс мала? Я завжди Кончіта, як підскакала вона, я завжди в тебе Кончіта. Он мені починає роздражати. Ходить за мною, ходить. Китя моя, ну давай, ну давай. Поцілувати. Поцілувати? В жопу. Чучело меня раздражает, я тебя ненавижу. Так, теперь у меня еще вопрос такой. Вы говорили, что вы хотите помочь нам. Славе, да. Славе. Вопрос, он хочет приставку к компьютеру. Приставку к компьютеру хочет. А почему он об этом не говорит? Он стесняется. Слав, а на самом деле приставка нужна? Да. Скажи, Слава, чего ты стесняешься? Ты чего сюда приехал? Нет, что ты приехал сюда? Сидеть и тут молчать. Я должна за тебя все говорить. Ну, откуда грудь у нее взялась за эти 9 месяцев? Так просто насосом взяли, накачали или что? Я не пойму. Во-первых, я... Или от грыжи растет все? Я грудь никогда не трогаю в постели. Да, ты не мужчина. А чему? Тому що ви брешете мені зараз? Ні, вони маленькі, тому що. Я люблю такий, хороший. А маленькі – це не груди вже? Третій, четвертий. Чи ви такі прям... Памелу Андерсон вам подавай. Не надо мне и Памелу Ой, Арсен, Арсен. 4 часа утра. Говорит, звонок в дверь. Я спросу не говорю, открывай дверью. Говорит, очередной бах у Ралины. Берет Алину вот кто, так. Кто? Ну, очередной ухажер. Или ухажер. А вы какое слово мужчина сказали? Ну, мужчина, короче, мужчина. Мне просто интересно, я не слышал никогда. Очередной мужик. Хорошо. Алины, послушайте. Він якимось чином тебе ображав принизливими якимись словами? Жираба, жирний, двохжопий, сір. Хто? Двохжопий, ж, типу, в мене є лишня вага. Костя, а чого ви заюрзалися? Та я тому, що такого не було. Не було да, такого. Смішно, естественно, що б я на нього таке говорив. Так ви тільки що сказали, перед цим на нього обізвали. Ви ж в нього казали. Іменно пардон. Не именно эти выражения я использовал. Выхование, пардон. Добрый вечер. Вы куда? Как ты пушнил такие? Ракулёвки! Как ты пушнил? За то, что он тебе добра быдло рубил? Как ты сволок пушнил? А я ж ты пушнил, я тебя целоваться стал. Скажи, как ты сказал, я яичком помыть дать. Кому я сказал? Как ты ногти подрезать дать? Ты что, хвора? Ты что? Педофил ты? Я пила таблетки и ходила на реку топиться. Вот, но...